Мама – это первое слово, которое идет с нами рядом по жизни. Нет на свете дороже и роднее человека, чем мама. Она помогает нам в трудную минуту, разделяет с нами горе и радость, предостерегает, заботится и просто любит. Материнство – это самое святое, самое главное, самое важное чувство. Это самый главный долг. И спасибо вам, что у вас этого чувства достаточно и хватает на всех детей. Потому что, как сказал наш губернатор Александр Николаевич Ткачев, на Кубани нет чужих детей, все наши. Я поздравляю вас с предстоящим Днем Матери, Днем всех мам. Я желаю вам здоровья, желаю семейного счастья. Пусть ваши дети будут всегда рядом и будут здоровы. Всего вам самого лучшего. Быть мамой – очень трудный и благородный труд. С первых минут жизни ребенка именно мама помогает благополучно развиваться в том или ином направлении. В торжественной обстановке глава района вручал благодарственные письма и цветы мамочкам, родившим двойню, многодетным, приемным. Пожал руку тем, кто вместе со своим ребенком борется с недугом. Таких в нашем районе 207 человек. Они воспитывают 2017 детей с ограниченными возможностями здоровья. С гордостью выходили для приветствия и мамы, чьи дети имеют достижения в области спорта, творчества и образования. Женщины, которые не только хорошие мамы, но и лучшие по профессии.